Я Елена Стеценко, украинская мальфарка из рода старинных карпатских мальфаров. Я Оксана, потомственная ведунья из рода карпатских мальфаров. Я сейчас нахожусь на старинном капище. Мы будем сегодня проводить обряды по защите нашей Украины, наших людей, наших жен, отцов и детей. Я взываю к русскому народу. Вы будете прокляты, если вы не закончите и не уйдете с нашей земли. Куйла надо ножом проколоть. Я взываю к русским матерям, к женам, к сестрам, ко всем женщинам России. Я такая же матерь, как вы. У меня тоже есть сыновья. Остановитесь. Остановите своих мужей, сыновей. Солдаты, которые пришли и убивают здесь наших детей, наших мужей, убивают женщин, убивают невинных детей, они будут прокляты. Они найдут здесь только смерть. Так, ну что, Лена, будем начинать? Звертаюся. До предков. До богів моїх. Они вернутся к вам в цинковых гробах, обескровленные, обезглавленные по частям, по рукам, по ногам. Они вернутся к вам без слов, и будете хоронить их, постоянно оплакивать из рода в род. Проклятие нашего украинского народа, наших женщин, наших мужчин. Проклятие наших экстрасенсов, наших мальфаров, наших черных магов ляжет не на одно поколение. Будут болеть ваши дети, правнуки, будут страдать ваши праправнуки. У вас будут болезни тяжелые, будут родиться инвалиды, будете болеть онкологией. У вас будет бедность в ваших домах. Я прошу вас, остановите ваших русских солдат. Каждый, кто пришел воровать, мародерствовать, убивать, насиловать на этой земле, с этой земли не уйдет своими ногами. Прошу тебе, Перуне. Заколи цей кинжал. Проти ворогів наших. Не идите сюда, потому что кроме смерти вас здесь ничего не ждет. Шойгу. Давай, Путіна. Клади його. Помріть же, вороги наші. Помріть же, вороги наші. Згоріть у полум'ї. Наших домівок. Наших лікарень. Подяку возношу. Предкам нашим. Богам нашим. Нехай буде так.